Первое, надо выбрать тему, которая очень близка и очень интересна. Когда ты говоришь о том, что тебя волнует, о том, чем ты занимаешься, который занимает у тебя большое количество времени, и это тебе не напряг, то тогда подготовиться к докладу гораздо легче. Однако даже при этом необходимо создавать и видеть определенную структуру своего выступления. Перед тем, как делать доклад, надо, естественно, узнать, для кого этот доклад, какие рамки временные, сколько времени на это отделяется, и, естественно, интересы аудитории. Тогда можно будет подготовить очень интересный доклад, опять-таки же, говоря о теме, которая очень близка вам. Если аудитория молодая и очень энергичная, надо ее постоянно вовлекать. Простым введением, когда перечисляют структуру, это, естественно, недостаточно, чтобы привлечь внимание аудитории. Тут нужно начать с какой-то интересной истории. И тогда аудитория будет уже слушать вас, а не заниматься чем-то своим. В основной части надо донести основную мысль. Несколько раз повторяя одну и ту же мысль, ту мысль, которая, на ваш взгляд, является самой главной, которую вы хотите, чтобы аудитория с собой унесла. И это просто критически важно. В заключении вы повторяете опять-таки же ту мысль, которая для вас очень важна. Я понимаю, что исследуя определенную тему, вы хотите рассказать обо всем, что для вас интересно. Но не забывайте, основная цель вашего доклада – это донести определенную информацию для аудитории. Аудитория бывает разной. И поэтому при подготовке своего доклада и выступления надо определить ту главную мысль, которую вы хотите передать аудитории, и сделать все, чтобы она эту мысль запомнила и унесла с собой.